Доброго времени суток, YouTube, уважаемые контрагенты, вновь продолжаем рассказ о 623 административном регламенте Ростехнадзора и 749-н приказе Минздрава Российской Федерации. В предыдущем видео я говорил о том, что эти методики, которые входят в обязательный перечень методик по медосмотрам, можно у нас приобрести, стоит это не очень дорого. Это в разделе 2.2 можно все посмотреть, как приобрести этот комплекс. А кроме того, я хочу сказать, что чтобы минимизировать затраты на эти мероприятия, вы можете получить от нас услугу, в частности услугу по дистанционным психофизиологическим обследованиям персонала. Конечно, это в разы, в десятки раз дешевле будет обходиться для предприятия. Это именно услуга. Предприятие может организовать психофизиологическую лабораторию или кабинет психофизиологической помощи на своем предприятии, нанять специалистов, выделить помещение, обучить этих специалистов. Затраты, прямо говоря, не маленькие. А вот если получать эту услугу, затраты в разы меньше. Не нужно содержать штат специалистов, платить им зарплату, там, я не знаю, обучать, переквалифицировать и так далее, и тому подобные вещи осуществлять. Соответственно, вы можете в рамках медосмотров по 749 приказу 749-Н пройти и получить в научно-прикладном центре АКМЭ, у нас конкретно, получить услугу по проведению психофизиологических обследований, требуемых вот этим самым приказом. Это описано и зафиксировано как в административном регламенте Ростехнадзора 623, так и в 749-м приказе Минздрава Российской Федерации. Одним словом, или вы можете приобрести и создать такую лабораторию у себя на предприятии. По моим прикидкам, это составляет примерно минимальные затраты, это первоначальные базовые затраты порядка 15-20 миллионов, чтобы создать такую лабораторию. Или же вы можете получить такую услугу. Стоимость одной услуги у нас составляет 36 тысяч, я уже не помню, 36 200, по-моему, 36 200 рублей за одно ПФО, за одного человека. Собственно, вот о чем я вам хотел сказать. Одним словом, или услуга, или приобретение в рамках требований приказов 623 или 749-Н. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!